чем полезны домашние заготовки и как сохранить витамины в них до зимнего сезона. 16 октября отмечается Всемирный день здорового питания. В настоящее время общепризнано, что питание является одним из главных факторов, определяющим здоровье человека. Правильное питание, как известно, обеспечивает нормальный рост и развитие живого организма, поддерживает в норме гомеостаз, способствует профилактике многих заболеваний, продлевает жизнь и повышает работоспособность. Самая полезная еда – морская рыба, нежирное мясо, орехи, семена и, конечно же, овощи и ягоды. Все это считается обязательными продуктами в меню человека, желающего жить долго и здорово. Сейчас наступил сезон окончательного сбора урожая и приготовления домашних заготовок. Они – это возможность обеспечить организм всеми необходимыми витаминами, ведь в зимний период их крайне не хватает. Некоторые минеральные вещества, например, кальций и магний, сохраняются в домашних заготовках практически полностью. А если следовать правилам и внимательно соблюдать технологию, то продукты приобретут еще более насыщенный вкус. Регулярно делаем заготовки, в частности, зелени. То есть замораживаем, выращиваем на своем огороде зелень, петрушку, укроп, делаем заготовки. Бывает, иногда бабушка сделает заготовки, вот эти варенья, и мне она даст, и у меня полный холодильник этих заготовок, а потом не знаешь, куда деваться. Нет, заготовок я не делаю, но сторонник здорового питания и за то, чтобы другие делали эти заготовки. Нет, практически не делаю. Делаю, очень много заготовок делаю. Есть какие-то, может, особые рецепты? Ой, я люблю огурцы. Ну и, короче, я все люблю особые, прям не знаю, что из любимого. Да, я очень люблю помидоры с красной смородиной, потому что они делаются без уксуса. Их можно есть всем, кто там типа с язвой, у кого болит желудок, всякое такое. Употребление своих заготовок – это отличный способ восполнить запас микроэлементов, витаминов и фитохимических веществ. Полезность консервированных заготовок напрямую зависит от способа приготовления. В настоящее время очень много рецептов, которые помогут сделать полезные овощи и фрукты очень вкусными и благотворными. Человеческий организм получает почти все необходимые вещества именно через пищу и воду. Состав продуктов питания и их свойства непосредственно влияют на здоровье, физическое развитие, трудоспособность, эмоциональное состояние и в целом на качество и продолжительность жизни. Здоровое сбалансированное питание благотворно сказывается на всех функциях организма. Ведь, как гласит древняя мудрость, мы то, что мы едим.